мы сегодня не говорим о размере материальной помощи, потому что однозначно материальная помощь будет выделена всем пострадавшим, вне зависимости, это жители города или жители других районов области. Сегодня здесь с нами присутствовали представители психологической службы МЧС, представители кадровой службы. Они такую формальную процедуру соберут заявление, как это необходимо. И, конечно, очень тяжело, выражаю от себя, от руководства города искренние соболезнования и родителям Ксении Бабенко, и семье, которая Бортник. Хочу пожелать только мужества и терпения. Необходимая помощь для оказания ритуальных услуг будет оказана. Бабенко вчера родители забрали в Тлийский район, мы, понятно, предоставили транспорт. Вот такая ситуация на сию минуту. Все наши лечебные учреждения работают, вы можете в этом убедиться. Были здесь родственники некоторых пациентов, мы с ними пообщались. Никаких претензий, замечаний на лечебный процесс не было.